Выяснено, что новую разновидность жидкого кокаина вывозят из страны под видом энергетических напитков. Проникните на завод и уничтожьте цистерны с запасами этой дряни. Есть еще одна цель. Вижу третьего. Появился один с пистолетами и пулеметами. Этот пятый. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Они всполошились. Теперь их 10. Видим цель. Вокруг много гражданских. Вижу врага. Не на чеку. Открываем по коктейлям укрепление. Мать-то! В бой вступили бандиты картеля. Вертолет, что у нас потери? Черт, у нас потери. Salgan del servicio. Thank you.
Здесь новая цепь. Все круто, все круто. Эти лохи не знают, что мы ушли. Они идут не туда. Я иду на позицию. Цель отмечена. Появился один с пистолетами и пулеметами. Цель с пистолетами и пулеметами. Это завод энергетических напитков. Заходим, взрываем резервуары жидким кокаином и валим из этого места. Вас понял. Запускаю дрона. Ясно. Выдвигаюсь. Появился один с пистолетами. Нужна позиция получше. Иду на позицию. Ясно. Цель получена. У меня есть цель. Все готово. Жду указаний. Этот готов. Расслабьтесь, мы еще живы. Они нас засекли. Не шумите. Бандиты прибывают. Tenemos apoyo de los grupos de refuerzo. Están en camino para llegar a donde vimos por última vez al enemigo. Угадайте, кто ищет не там, где нужно.
вертушка единства. Тихо. Тревогу отключили. Подкрепления к ним не придут. Нас обнаружили. Занимаю позицию. Сейчас займу позицию. Погоди, сейчас займу позицию. Цель выбрана. Жду указаний. Вижу цель. Боевая готовность. Вступай в бой. Враг готов. Они понятия не имеют, где мы. Полный бардак. Стоп! Тут оружейный ящик. Круто! Это мне пригодится. Ола! Осколочная. Цели уничтожены. Пошли. А нам точно нельзя взять пару бутылочек с собой? Я бы не отказался от заряда бодрости. Дубин, эти бутылки не для питья, а для контрабанды. Холл, как ты думаешь, сколько в этих бутылках жидкого кокаина? Хватит, чтобы у тебя лицо расплылось или чтобы сердце лопнуло? А знаете что? Нахер. Мы нашли химика картеля, разрабатывающего для них самые навороченные схемы контрабанды. Возьмите его. Я хочу знать, что он там напридумывал. Поехали. Дерьмо!
Ну вот, это лаборатория. Зачищаем ее и берем химика для Боуман. Поаккуратней с химикатами. Стрельнешь в них, мало не покажется. Вас поняла. Вижу снайпера. Еще один, это пятый. Враг на мушке. Тревога. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Обошлось. Сигналку отрубили. Подкрепления они не дождутся. Тебя срисуют назад. Пригнись, иначе заметят. Дрон в полете. Заметила еще одну цель. Ясно. Сейчас выйду на позицию. А черт, они его нашли. Он срывается. Их лейтенант убегает. Ясно. Цель выбрана. Цель исчезла. Это мой шанс. Это враг убит. Снайпер, пригнуться! Давай из машины, живо. Не усложняй ситуацию. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Nuestro.
Груз у нас, нам пора. Похоже, эти убийцы хотят, чтобы им врезали. Атакую! Где вы шлялись? Me entrego, ya estuvo, ya. Ya está, ya me entrego. Похоже, мы их рассердили. Ya no dispares, no dispares. Я делаю энергетики! Подходим к точке. Поднажмем. Ну, сколько вам повторять? Я всего лишь химик. Ага, понятно. Вам сказали в случае ареста травить байки про то, что вы просто наемный работник. Работаете с энергетическими напитками, и рано или поздно вас вызволят. Я права? На самом деле, расклад такой. Мы не копы. За вас никто не вступится. Есть только два варианта. Или вы пишете формулу, или прощаетесь с пальцами. Вы умный парень. Что выберете? Это Боуман. Мы перехватили зашифрованные сеансы связи в Риманса. Кот спрашивает, что происходит? Об этом я и думаю. Нам удалось запеленговать позицию. Высылаю координаты.
Засекли кота, босса Вриманса, считающего себя неуязвимым. Докажите ему, что он ошибается. Держитесь, я поведу. Так, я на месте. Даже ведут эти рельсы. Спорим, они тянутся до самой бразильской границы. Вероятно, это один из главных маршрутов контрабанды картелей из Риманса за границу. Вижу вторую цель. Вижу генератор. Цель номер 3. Вижу турель. Здесь цель номер 5. Тут боец картеля. Вон там, рядом с контейнером.